Утро, 1 мая. Руслан собирается на пробежку. Время, по-моему, где-то 7:30 утра. Тут у меня спросил, зачем я его снимаю. Я сказала, что ты молодец, идешь на пробежку, а я не молодец, просто валяюсь. Для тех, кто волнуется о моем весе, учитывая съеденные пирожки и вареники, мой вес составляет 51 400, поэтому прошу не волноваться. Мы собираемся сейчас ехать на пикник. Посмотрите, просто вот то, что мы с тобой берем, это разные там чипсы, потому что дети у нас там любят это погрызть. Овощи, одноразовая посуда, хлеб черный, белый, фрукты, это яблоки, конечно же, пирожки, которые нам бабушка напекла, и мясо, которое вчера мариновал Руслан. В общем, все места заняты. Мы успели поймать хотя бы скамейку свободную. Скамейка — это тоже не худший вариант. Вообще не худший, ни капельки. Удобно, что автомобили здесь стоят. Не тяжело тащить. А вы новый, что ли, купили этот? Смотри, кирпич нашла. Я ж не могу к тебе прийти со старым мангалом. Ой, ну что ты прям так. Первый раз нашли что-то похожее. Слышишь, вот там этот нормально будет. Где? Ну там, там все жарят. А чего здесь нельзя? На ногах. На ногах? Ну, чтобы травы не было. А то мне там сказали, что штраф. Вся фигня. Он на ногах. Да? Нельзя на этом, на земле. Такая вот, блядь, конструкция. Вот нельзя вот туда. Ну вот. А смотри, посмотри, как я тут вон, смотри, Слав. Углубление все. Надо, наверное, сильно нажать. 89. А, ну хороший, он и ручки у него есть, да? Ну хоть как-то, да. Более-менее, чем нам батарея. Нам должен приехать еще, поэтому этот нам подарим вам, если нам довезут. Да, ну хорошо. Мы согласны. Сварить мангальчик и привезти. Ну, правильно. Поэтому будем надеяться, что обещание свое. Не, Милена делала дома. Да какой бедром? Закрыто все. Сегодня выходной. Сегодня жабка только открыта. Ну, так как в том, что не было, какие-то малюсики только были. Поэтому вот такой большой нужен. Пока не видно просто. Сейчас все по очереди будем. Просто пока не видно. Это что-то вообще, просто нечто. Товарищи женщины. Мы тут, мы охраняем место, очаг бережем, но его просто не зажгли еще. Очаг бережем, не зажжен. Не зажжен, не бережем. Мы же ходили в узбекский ресторан, Катя рассказала? Нет. Проверь. Я буду еще сказать. Никто не ходит тут. Вы еще ниже схватите. Я что-то не подумала. Приезжаешь, пойдешь, погуляешь по Тверской до Красной площади и обратно. Это был такой ритуал.
убить время, что ли? Да, ну так вот. Занять. У нас поезда были эти смоленские. Он с утра приходил и вечером. То есть два было в день. Если на утро не приезжаете... Что у вас тут, девчонки, вкусно вам? У вас тут такой классный пикник. Мягенько сидеть. Тепленько, вкусненько. Удобно было в том плане, что вечером садишься в Смоленск, ложишься спать, встаешь рано. Может, ее там не было. Доказательство. Не запостил, значит, не было. О, это вот совершенно верно. Короче говоря, людей набежало просто масса. Посмотрите, сколько. Дети уже даже ходят некоторые в этот... Ноги мочат в воде, хотя вода просто леденющая.